ребята, всем привет! У нас сегодня не будет распаковки, ну хотя бы вот такой маленькой коробочки. У нас, вы видели только что, объемы, и даже скальпель этот вонючий не поможет мне разрезать. Но я буду пользоваться вот таким кухонным ножом. Поехали! Итак, ребята, у нас сегодня типа вот это будет фон, это диван. Потому что вот такую коробку огроменную с Китая я еще не распаковывал. Смотрите, сколько здесь этих печатей. Это просто ужас. И здесь тоже куча бумажек было. Даже есть какой-то чек. И были еще вот такие вот бумажки. Ребята, я в шоке с печатями. Это реально круто получать такие посылки. Посылка дошла за 23 дня. Давайте открывать ее. Поехали! С чего бы мне начать? Я вот не знаю. Может, вы знаете, где-то она открывается? Эх, давайте по стариночке начнем мы свой. Так, значит, здесь инструкция. Что и как должно быть? Смотрите. Ох, китайцы! Начну-ка я вот отсюда. Итак, ребята, освободил я эту хрень. Получилось у нас она немножко меньше. Но давайте вот здесь. Убираем наш чудо-нож в сторону. Это вставки. А, ребята, я же не сказал. Эта посылка стоила 113 баксов. Ссылка будет в описании. И это у нас крутой мотошлем. Ты прикидываешь? Мотошлем! Так, убираем наш плакат и поехали. А здесь, наверное, нам пригодится скальпель. Секундочку. Так, вот такой вот слой просто пупырки. Спасибо, китаец! Что-то мне уже надоело это все распаковывать. И как видим, форма шлема присутствует. Поехали дальше. Это у нас крутой чехол есть. Офигеть. Убираем скальпель от греха подальше. И давайте посмотрим, как он здесь открывается. Так, это у нас китайские узлы. Не люблю я узлы. Ребята, короче, с помощью вот этого пинцета я открыл китайский узел. И вижу у нас вот такой вот мотошлем. Данный шлем был приобретен с помощью бесплатного посредника. И на него также ссылка будет в описании. Да, блин, чехол, конечно, неудобный. Снимать вот это все, капец. Вот, сняли. Ну что, кто хочет такой шлем? У кого есть мотоцикл? Пишите свои комментарии под видео. Поехали. Раз, два, три. Ух ты, у меня аж рука, блин, наэлектризовалась. Ай, китайский ток. Ух, ух. Я, блин, очканул немножко. Так, есть, короче, документация какая-то. Вот такая фирма. Также, друзья, я забыл вам показать. Было хорошо упаковано. Есть в комплекте вот такая вот штука. И комплект вот таких вот болтов, гаечек, резиночек, прокладочек. В общем, вот такая штука существует. Тут что у нас? Пленка. Ага. Вот так он открывается. И тут смотрите, как все круто. Вот это все поролоновые вставки. А здесь есть вот такой вот ремень. Можно все регулировать. Короче, все круто. Обалденный шлем. Ну, блин.
Охренеть. Все в наклейках. Да, своего бабла он конкретно стоит. Вот это все матовый пластик. Охренеть. Здесь вентиляция. Здесь также. Сверху также. Видим у нас, как на машине, котлован или как он называется. Ха-ха. Ну, короче, вот такой вот красавец у нас. Фук. Кстати, пластик очень толстый. И здесь еще есть вот такая вот штука. Вот так вот все. Оба. Как очки, понимаете, да? Прикольно. Внутри очень-очень тепло. Кстати, вставки вот эти можно все снутри убирать, если надо. Вот это все тут на кнопочках, вот видим, да, отстегивается. И, короче, все ништяк. Короче, ребята, это отличный шлем для езды по бездорожью. На этом все. Ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что выбора у вас больше нет. Пока! Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress, куче смартфонов, летсплеи на PS3, обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.